На чайнике мы начали бы курить. Опять ни хрена не работаем, да, сидим? На чайнике. Вы хоть понимаете, у кого мы делаем ремонт? Это ж Ксения Собчак. Ксения Пощаск, львиное сердце. Да, светская львица, идиот. Брестский львипец. Ну хрена тебе ее фотографии. Мне жена душом бы, я уже 3 года шпили-вили не делали. И чё? Я вечером смотрела на Ксению Пощаск, смотрела, и вдруг... Жюльмериби! Жюльмериби! А потом покурили мы, купались, я спать и легли на чайнике. Вот Ксении ты Пощаск. Идиот, а! Ну-ка, отдай сюда, хватит! Фушур-бурумить еще хозяйку перед сном.